Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем играть Disciples. Моя созданная компания за эльфов. 34-й день. Что я тут наделал за все это время? Вот мои территории обширные. 31%, еще 9%. Подприжал я эльфов чуть-чуть. И подружился я с нежитью. Вот они у меня в друзьях тут бегают. Сюда они вылезли откуда-то. Но, собственно, я обучаюсь и захватываю землю заодно. У меня уже... Так, я артефакт нашел, флаг. Не помню, это было в записи или нет. Лечилка обучилась. Обучилка лечилась. Ну и я, в принципе, за фулрадом тут гонюсь. Хочу с ним подраться. Так. Кого бомбануть? Давайте. Героя запузырим. Странно, почему не по лечилке? Удивил, гном, удивил. Конечно, проблема. Ведь я вот планирую в дальнейшем ставить свою магичку вперед. Вот, и взять, допустим, двух лучников. Но проблема в том, что когда у меня у магички будет дохрена жизни, пониже будет стрелки стрелять, раз в лечилку не бьют. Я-то думал, в основном по лечилке стреляет, или по лечилке будет стрелять, когда она еще обучится. Ничего себе тут зелий. Ничего себе там артефакт, ну-ка. Наносит на 40% больше повреждения, его инициатива увеличена на 25%. Обалдеть, на первом же уровне такой артефактищ. Знаете, друзья, я, наверное, его не буду брать в следующую миссию, потому что, мне кажется, это таким небольшим читерством. Все-таки... миссия планировалась как одиночная, наверное. Ну как, наверное, так она и планировалась. Хотя я не знаю, почему такие мощные артефакты в такой средней миссии. Поэтому, учитывая, что я только начинаю, и сразу такие мощные артефакты на первых ролях, я их не буду брать сразу. Вот в следующей миссии там... Да, я ее чуть-чуть редактировал. Там, да, там будет уже пожестче. Там уже артефакты можно использовать и перетаскивать. А здесь я, наверное, пожалуй, не буду. Чтобы более-менее по чесноку было. А то, как-то я говорю, сразу у героя мощные артефакты. Немного не то. Так что попробую более-менее честно сыграть. А уже во второй миссии там что найду, то уже, пожалуйста, уже буду спокойно использовать в дальнейших миссиях, перетаскивать. Мой эльфик так балансирует, такой, вау! Боится упасть. Гномы, не сопротивляйтесь.
Что-то я не понял, что он жезл-то выдрал. Там же их земля была, или там еще одна. Обалдеть их тут. Сколько у них золота, что они столько героев себе наделали. Нежить, а ты убежала куда ты? Давай, покажи этим козлам гномам, кто здесь хозяин. Ёпарасоте. А я думаю, что он сюда летит? Это же нейтральный город был. Еще не хватало под носом, чтобы его земля тут разрасталась. Мне же надо землю развивать. Тут маги появились. Хотя с другой стороны, ладно, пусть отхватит, чтобы я еще успел побольше обучиться. Ну, процент такой же остался пока. Так, друзья, товарищи, куда побежали все? Пора ваш замок оттяпывать. Гори, дружок. Тут хорошо, когда она по всем попадает. Не как в начале было. А, да, она же у меня недавно только обучилась. Да, я знамя себе повесил. Точно, точно, точно. Это тоже недавно. Спасибо, что выдернул жезл. Так, ладно, посижу в замке. Я так бы и долбанул чем-нибудь таким массовым, современным. Потом надо будет сюда пойти. В центр дракошу бить. Ну да. Пора с этим покончить. Да, пора уже. Ой-ой-ой-ой-ой, банши, банши, банши. Надо самому поставить, пока я этот не воткну. А то потом не выдернешь же. Хлеб. Так, это бог с ним оставим. Вот это лучше. А что, здесь пройти что ли можно? Нифига себе, не знал. Так, там вор тут. Ладно, будем очищать нашу зону от всякой гадости. Такой забавный писк. Я тут буду стоять на страже. На лодочке. Тут всю мелочь надо поубивать. Инженер, воин, палка-втыкатель, шпага-глотатель. Сколько тут зачищать, еще и зачищать. Зачем столько воров им, я не понимаю. Вот уже особенность. Восстание эльфов видно, то что они делают кучу воров тут. Хотя, может, это просто у них баблище дофига в этом, на этом уровне. Они вон у них тут всего полно. Правильно, так ему по башке камнями. Чтоб не зазнавался. Нежить уже тоже не знаю, чем заняться. Остатки, которые я не убил, они... Прошел, поплыл, проплыл, прошел. Маг. Лучник. Просто ребята не знают, как развлечься.
Так, что у меня там по земле? Да хватит уже призывать этого орка, я уже устал от него. 34, еще 6% сразу на 3% поднялось. Так. Ну как ребята быстро обучаются. Раз, два, и готово. Паучару теперь. Ай, зараза. Ху-ху. Да пофиг на мелочь. Мне кажется, 50 тоже мало. Да, понятно, она дает защиту от всех стихий. Учитывая, что у нее жизни мало. Либо ей надо было жизни побольше добавить. 85, это на 15 меньше, чем у людского лечильщика. Хотя 4 стихии. Ну, все равно, мне кажется, я бы сделал 60. И по жизни хотя бы 95. Не стал бы я так урезать, не знаю, чем обусловлено, это тоже непонятно. Разработчики, конечно, постарались. А чё прятаться? Надо убивать всякую шушеру, чтобы не бегал. Ого! Фига у них там задние линии стрелков. Так, а сколько ты бьешь? 50. Ребята ломанулись быстрее. Добью, не добью. Да, все равно. Хотя нет. Давайте, Кенти, первый сходите. Ай! Бежали. Сколько у него там жизни оставалось? 47. Ладно. Ой, ты... Вот тоже, что за... Промах, нельзя нажать. В героях нормально, нажал кнопку, остановился. Нет, здесь нажал, и он попёрся. Куда пощёль стоит? О, вот это сейчас подерёмся. Так. Тут и сейчас будет бой так бой. Хотя у меня все апгрейжены, а у него... Кажется, лучник пал смертью храбрых. А у меня бы, наверное, троих бы промазал. Кстати, я посчитал... Если, допустим, одержимый или воин у нежити будет драться один на один с гномом, то гном выиграет. Сначала я думал, выигрыши будут те, у кого инициатива побольше, но жизнь и урон поменьше. Нет, оказалось, гном берет жизнями и уроном своим, то есть они такие живучие. Видимо, поэтому разработчики поняли, что, блин, что-то гномы реально жесткие первого, второго уровня. Первого, второго и третьего. И решили четвертого их чуть ослабить. Хотя по жизням у них стало на всего на 5, что ли, больше.
Че он там подошел, понюхал, убежал. А по урону так же. Козел! Козел! Идиот. Сел и вышел. Ай, куски дебилов. Ладно, надо прерываться, а то они что-то опять заколебали. Хотя я чувствую еще пару ходов. Миссия будет закончена. Мне надо успеть дракона убить. Главная миссия этой карты. Мы продолжаем. Земля что-то медленно прибавляется. 36%. Еще 4, но думаю, сейчас, отхватив этот город, дело быстрее попрет. Нежить балуется. Что тут, хан орков и два орка сидят. Так, на себе у меня ничего нету. Ну ладно, нам ничего не надо, попробуем так. Мы ведь силачи, на всю пофиг. Ой. Ху! Как так, промах огня. Так, ну-ка в блок встань, дружок. Давай-ка тебя подлечим. Пузырька на тебе. Наша девка явно что-то съела. Не мажет пока еще ни разу. Давай, хан, помирай. Сволочь, кого бьёшь? Ой! Ну чё с ожогом хреново, когда полный запас жизни не видно он. Ну это ладно, ещё там оранжевое немножко можно различить. У некоторых хрен различишь. Покедова. Умри. Ну и чуть-чуть регенерейшн. Плохо опыта дали. 15 больше повреждений. Вот это можно поставить. Что у меня что там, два защитных стоит. Хотя, учитывая, что я ее собираюсь вперед ставить, мне, конечно же, желательно оба на защиту поставить. Но 10 это хуже же, чем 15. Если было бы оба по 15, я бы, может, обе защитные поставил. Ну, нежити тут ничего не сопрёшь. Да, пора бы уже с вами заканчивать, ребята. Ну, героя в хвост и в гриву шпарят. Надо этого гнома убить, но тут Гилберт стоит. Билл Гилберт из Кингс Баунти. Гил Билберт. Возьму-ка я вот так поставлю. Пусть попробую что-нибудь сделать.
Я тут разведаю, разберусь с ребятами. Да! Блин, нежить успела тут воткнуть свой жезл, сволочи. Но я надеюсь, земля все равно простет. Хотя как-то жезл вокруг тяжело. Да блин, мы это уже слышали. Вот кто так создает карты, я не знаю, каждый второй ход призывание однотипных существ. Как интересно. Хотя бы ходов 5-6. Сделайте этот самый паузу между ходами. Ну, не каждый же второй ход. Обалдеть, у гномов сколько золота было. Они уже, я не знаю, там тех героев по 500 золотых. Ну, видите, даже два сразу. Ну, я не знаю, то ли это у них глюк какой-то получился, то ли. Я не знаю, что это. Да, если бы они не отхватили этот город, я бы, наверное, уже миссию выиграл. Правильно, да. Нет. А, ну да, он же там первого уровня, и они все. Сколько, сколько? 38, еще 2%. Еще 2%. Ну, типа, пусть будет как финальный бой, хотя может здесь что-нибудь в камере, в башне пыток что-то интересное. Давайте проверим, если в башне пыток что-то интересное, то я, может, там подерусь. В башне пыток пытают. Фигня на постном масле. Ну, попробуем. Так, уменьшим повреждение дракоши. Фигня, конечно, 10%, но все же, что еще мы можем? Инициативу, ну... Ну давайте, ладно. Какими-то мухами на него покакали. Так. Может, эликсир защиты какой-нибудь использовать? А, ладно. Мне главное, чтобы моя героиня... А, иммунитет огонь, да. Моя главная героиня обучилась. Будем ее пытаться спасать. 58, 56. Сколько он унес? Но это он еще не убьет, поэтому себя пока полечь. И заодно защиту от стихии дадим. Конечно, урон у кентавров слабенький, но зато они, ребята, бронированные, опасные.
Так, кстати, хорошо можно делать. Полечил себя, на один ход защитил. Потом полечил союзника, на один ход его защитил, потом опять себе. Ну, видите, как хорошо. Сейчас можно опять себя. Главное, чтобы урон такой был не слишком такой слишкомский. Пока. Не хочу я никого лечить, ломы. Ты еще раз обучился. Вот по жизни они нормально растут. Этот урон, конечно, могли бы и побольше дать. 78 только. Хотя, может, это и так нормально. Не, ну несопоставим жизни 247, учитывая, что... Кстати, почему у них броня не растет, как у этих... защитников веры, хотя если бы у них еще и броня росла. То есть жизни 247 это больше, чем у защитника веры, хотя у того защита 30, но все равно. Ну где-то да, сопоставлено 20 брони и 247, а урон всего лишь 78. Здесь тоже интересно, что. Блин, куда бы жезл свой воткнуть, я. Чтобы уже наконец пошла наша земля. Давайте сейчас будем везде. Оп. Так. Кстати, у меня этот парень обучился. Представляете, он обучился. Сейчас будем у гномов тырить. А мы прячемся. Давай, земля, давай, расти, расти. Сейчас чувствую, придется с нежитью рвать мирное соглашение. Хотя вон же. У гномов жезл вырвать надо. Рвать соглашение и выигрывать уровень. Что такое там, поговорили что ли? Шепну. Ну обалдеть, он золото набрал, просто в шоке. Каждый ход он героя делает, еще жезловика за 300 золотых. Еще наверняка ему прикупает гном. То есть у каждый ход минимум 500 золотых тратит. Откуда у него такой прирост золота? Обнаглели. Сколько? 39%. 30 нахрен 9. Хоть вот захватывай замок и все. Нет, я подерусь еще здесь. Вроде как интересно, но не так. Мак умер. Лежать всем! Ой, я зависла. Ой. Да, мне мало золота, больше золота. Давай еще жезл, давай. Ну как же, как? Почему? Вот, вот сюда.
Бум. Нет, еще нету. Вот тогда вот сюда. Ура! Ура! И все. Мы успешно выполнили задание. Ладно. Но дальше, чувствую, будет больше. Интересней. Такая расслабляющая миссия. Так. Горн. Прям соблазн. Блин, если я планирую сразу же тетку на первую вперед ставить, то ладно, берем горн. Чуть-чуть почетерим. Это уж не будем, ладно, брать. Фиски. Так, а что тут самое дорогое? Знамя быстроты. Или посох парализации. А вот знамя битвы на продажу. А, ну и сапоги какие-нибудь. Вот такие. Потому что следующий уровень я, наверное, возил сапоги, хотя... Надо броню будет прокачивать или жизнь. Ладно, посмотрим. Все это мы увидим в следующей миссии.